lähdimme matkaan. Tätä ei siis nähtävästi voi lentää mitenkään sillain hissukseen, tätä konetta. Tät härveliä. Vaan täytyy tehdä näitä tällaisia ihmekäännöksiä täällä. Musta tuntuu, että me ollaan laskemassa jonkun pihan takapihalle. Sinne vessan ja puoliiterin väliin. Tällaisia pieniä mutkia täällä tehdään, että mahutaan siihen, mutta kyllä se tästä. Kuitenkin löysimme täältä maan. Ja se toistaiseksi tuntuu aika tukevalta. Ja on hyvä vaihtoehto jäädä. Kasakat ovat aina olleet osa venäläisiä sotajoukkoja ja Mihail on tämän alueen kasakoiden päällikkö. Vanha ja arvostettu mies. Uusi tuttavani mehiläistarhalla kertoi, että kasakkamestari Mihail on jo sotansa sotinut. Hän keskittyy tätä nykyä muiden kasakkataitojen ylläpitämiseen sekä tietysti perinteiden jatkamiseen. Kasakoille on itsestään selvää, että taidot siirretään sukupolvelta toiselle. Здрасте. Здравствуйте. Люди добрые. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваши дела? У меня хорошо, у вас и как? И у нас тоже да? хорошо, да. А что это за место? Ну, тут мы живем и работаем. Давайте посмотрим. Давайте, с удовольствием. Давайте. Olin utelias kuulemaan, mitä kaikkea kasakkalaisuus on. Mitä perinteitä siihen liittyy. Kuinka tiivis yhteisö on. Mikä on ortodoksi uskonnon merkitys. Это все вместе. Это и образ жизни, это и тесное общество, это и братство. И у казаков есть такой девиз. Нет превыше доблести или превыше чести умереть за други своя. Казак – это воин, это землепашец, это строитель, это отец, это родитель государства российского, и это защитник веры. Вот все вместе. Но самое главное, что он не пассивный, он активный. Он активный. Вот смотрите, вот любая беда России, весь народ смотрит телевизор и плачет возле телевизора. А казаки уже там. Да? Да. И это в современном мире, сейчас, в современном России, и сейчас да? посмотрите телевизор. Где бы ни происходила война, где ущемляются славяне, везде казак есть. А вот молодежи это интересно? Ну, так молодежь же там, потому что мы правильно воспитали, вырастили молодежь. Мы старшее поколение правильно, а нас тоже правильно воспитали. То есть это идет по-семейному? То есть... Это идет традиционный образ жизни. И то есть отцы передаются от деда сыновьям? К отцам, от прадеда, прапрадеда. И мы вспоминаем вот за столом, когда сидим, когда род... собирается, вспоминаем своих отцов, дедов, прадедов, прапрадедов, походы их, и гордимся, кто чем награжден, тот георгиевскими крестами, тот Анны получил, тот золотое оружие за храбрость, тот там воевал в Персии, тот в Турции, тот еще где-то, ну, в Австрии или там, или на Шипке, в Болгарии. И казаки были во всех походах, в которых принимало государство российское, они были во всех этих походах. Kasakat ovat tunnettuja aseistaan, varsinkin taitavasti tehdyistä veitsistään. Myös niiden tekemisessä taidot siirtyvät polvelta toiselle. Я почему-то всегда представляю Кавказ кинжалы, все прочее, ножи, что они очень важные для любого мужчины. В связи, что Кавказ это и мужчина, это война, это значит оружие. Ну. Да, значит кинжал и шашка или другое, нож, это естественный такой предмет мужчины. Кавказские
черкесские народы, дагестанцы, кабардинцы, там, чечены, все носят оружие, и казаки тоже носят оружие. Кавказским мужчинам всем разрешено по закону при традиционной форме одежды. А, именно когда в традиционной форме? Да, а, да. Просто так в джинсах? Нет, в джинсах нет. Это уже хулиган. Да. Ну, поскольку вам разрешено ходить ножами, не опасно ходить по деревням? Нет, потому что есть такая очень четко с рождения заложено понятие: без нужды не вынай, без славы не вкладывай. Kasakkaperinne on päällisin puolin todella miehinen. Kysyin Mihailta myös naisten roolista heidän yhteisössään. Значит, она хозяйка, она может управлять хозяйством. И коровы, и кони, и все. Мужа нет. Кто управляет? Жена. Дети, вырастить детей, вскормить. В церковь кто? Жена. То есть жена – это опора, это основа семейного уклада жизни. Но у нас так называемый казачий домострой есть. Конечно, казак, как мужчина, он главный, он хозяин. Но жена – это и правая рука, и левая рука. Это помощник вообще во всех делах, до сегодняшнего дня. Раньше был старый обычай казачий. Если казак погибал в бою, а у него оставались дети малолетние, то собирался круг, станица, и давали ей срок выйти замуж. Давали ей срок. Она казачка, у ней казачонок, его нужно воспитывать, его нужно готовить к войне, его нужно военному делу обучать. Кто будет его обучать? Муж-то погиб, значит, кто-то должен, она должна выйти замуж за казака. Был еще второй обычай до революции, когда, если станица вступала в бой, и нужно было, естественно, кому-то погибнуть. Вот. И добровольцы выходили вперед. Их могло быть 5-10 человек. Потому что перед тем, как уйти вот этим добровольцам, смертникам, ну, те, кто погибнет, они собирались на круг. И он говорил: я выходил. И хорошо, где твоя жена? Вот жена и дети выходили. И атаман спрашивал: станица, кто возьмет эту женщину и этих детей? И кто-то выходил и накрывал буркой и говорил: талах. И все, и это значит его уже жена и его дети. А тот уходил умереть, погибнуть. Были случаи, когда, допустим, кто-то один оставался живой. Ну, там у него 9, 12 ран, 20 ран, но он выжил. Вернуться уже в семью он уже не имел права. А куда он тогда пошел? Нет, но ему давали право в следующем бою скакать рядом с сыном и в случае опасности закрыть его, спасти понял, его, да, чтобы он остался живой. Kasakkamestari Mihail Skvartsov. Tällainen reissaava näyttelijä saattaa vaan arvailla, kuinka paljon mies on veitsiä heilutellut, missä kaikkialla hän on ollut ja mitä kaikkea elämänsä aikana nähnyt. Olisin mielelläni jäänyt myös takomaan oman sapelin, mutta auringonlaskun aika läheni. Olisi kaikkea mielenkiintoista täälläkin, vaikka kuinka paljon olisi päästy tonne takomaan rautaa ja täällä on kaikkia mainioita kasakkaesineitä. Tämä on vaan sellainen homma, että johonkin pitäisi päästä yöksi tänään. No niin, nyt mä sitten etsitään täällä yöpaikkaa. Katsotaan, onko tuossa vasemmalla mitään. Onko tuossa oikein tuolla aika...